А, нет, просто здесь звуков нет. Время в игре 9 часов 0 минуты. Да. Для спидранеров пишут специально. Там не такой душный остров, Амадс, надеюсь, как этот, как остров, который был с Тейлзом или с Наклзом, у кого из них душный был. Башенки, да? Вы вспомните, как здесь вообще играть? Атаки, да? Можно... А как крутить свои эти... Вон там? О, есть... Есть подкат, оказывается. Похож на первый. А, ПКМ. Все. Нет! Нет, я не хотел падать. Что-то не хочет ускоряться. Что, даже так можно? Может быть, башня легко проходит, если ты помнишь, как играть. Но тут я не могу запрыгнуть. Не там... А, тут без... типа по очереди их надо проходить или что? Это вообще ясно. А, вот эти вот башни гигантские выросли. Ладно. Чем мне тут предлагает прыгать? Я понял. Ага, камерой крутят, неудобно. Жизнь, голова закружится. На самом деле просто сжать вперед и больше ничего, чтобы случайно не упасть. Нет, это так не работает, я понял. Да в смысле, куда ты прыгнул? Ты чё? Эй. Ты точно говоришь легко? Все, он вроде как, во, он зажался в этот. Все, я просто буду не отжимать вперед. Сейчас все будет хорошо. Он как бы камеру себе залочит или не залочит, я не знаю. Ладно, я все равно буду осторожно это делать. Блин, мне аж страшно. Зачем я играю в Sonic? Я боюсь высоты на самом деле. Давай. Я, если что, отжал кнопку, и он сам бежит. Я ничего не хочу трогать. Мне страшно. Да, проверил я хорошо. Ай, как? Да ну в смысле? Короче, для скилловых. Ты на шифте все-таки бежит. Да, камера. Ну блин, ну в смысле? Ну нельзя так. Ну как ты, почему ты мне анлокнул камеру? Да, отвратительно. Некоторые моменты геймдизайна здесь сделаны ужасно, честно говоря. Да, это то же место, я помню. Я не могу сейчас shift нажать, я же, блин, улечу. В никуда. Так не, ну... Ты будешь улочиться, нет?
Я куда-то прям вообще в самый низ упал. Почему раньше вроде бы Shift начинал бежать, короче. Независимо от того, нажимаешь эту кнопку бежать вперед или нет. Почему-то нифига не хочется, поэтому да, я меняю. Типа это странно. Ну окей, повезло. Здесь это почти финал. Боже, как высоко и страшно. Закрой глаза, если страшно. Я же сам себя пройду, да, надо бежать вперед и shift. А если ничего в этот момент не происходит, нажимать ЛКМ еще. Помнишь, что их аж 6, да, зашел. Че? Он сказал, я пропустился. А, полетели дальше. А, можно было сразу наверх, зачем вниз-то? Блин, так нельзя. На вот этих дорожках тоже, кстати, довольно сложно. Было опасно. А куда я лечу-то? Покажите мне, пожалуйста. В смысле, ты же в ту сторону летел? Эй, да. Так, ладно, эти башни отвратительные. Я говорил, что прошлый остров плох. Эти башни просто ужасны. Да норм башни, да отвратительны просто. О, сейчас меня смотрит камера туда, куда надо. Куда? Что произошло? Что там? Куда? Куда я еду? Я же не знаю. А, ну, может, и могу, кстати. Да, я понял. Почему назад-то? Я же еще в ту сторону ехал. Я не понимаю. Вот сейчас, что, почему?
вечно страдаюсь на этих рельсах, да. Ты где? Ну нет, ну... For fuck's sake. Мне еще везет, что меня возвращают куда надо. Мы прошли. О, боже мой. Конечно, на землю-то срезать можно. Какая-то звезда смерти по планетке ударила. Короче, история о том, как инопланетяне сделали звезду смерти и потом плакали о том из-за того, что они совершили гигантскую ошибку. Это так он превратился в темного Соника? Темный Соник это другой персонаж. Это не как два Венома. Сила дружбы. Это типа ночь, да? Нет, это типа враги. Англи Соник тут изначально фильм показывали. Соник. А, да, это все-таки ночь. Это Соник. Мне вроде эти штуки не нужны, у меня 495 монет. Рыбака. Это ультра много. Да, это гача. Гача. А что тут по карте в этой локе? Ну, она есть. Наверное, все, что мне о ней надо знать. Да? До слотов докатился, ну все. Блин, да как к тебе попасть-то? Забанить. Забанить стримера и никогда больше не заходить. Поехали.
Блин, штука на полэкрана, честно говоря, мешает понять, что меня ждет дальше. О, это... Моб, а можно... Я не еще помню, как с ним драться. Помню, что в игре есть парирование. Так, в целом, основные свои механики и атаки я уже, естественно, не помню. Отстой. Как с тобой вообще драться в таком маленьком пространстве? В принципе, кнопки просто не очень помню. Блин, не, его надо убить, после него, видимо, платформа прыжковая появится. Отстой. Хороший способ, кстати. Только я не знаю, как это произошло, типа прыжок после атаки или типа того. А, в смысле? Надо правильно выбрать. Башня с врагами — это жестко. А это кто такой? Кислород. Забавно. В какой главе сейчас? Короче, мы прошли три острова. Сейчас вот у нас башенки. Амацу сказал, что после башенок будет еще один остров. Так что считай, что в четвертой и из пяти, наверное. Ой, блин, ты, наверное, а, нет, вот атака после. Или после атаки. Че, убил, не убил? Дэнс-машина. Еще опыт падает, но я, по-моему, все прокачал. Ну, мне кажется, пробел Control лучше всего работает. Как раз недавно вспомнил эту возможность. Какой атаки? Я же думал, а в конце этот осьминог. Скат, вернее, за которым летает. Опа! 67 месяцев, Амат. Спасибо, адреса. Спасибо. Silent Hill Remake стримить будешь? А он уже точно анонсирован? А он... Когда? Где? Да буду, буду. Silent Hill, да, звучит круто. Да и...
those gems you I can't do? It is frustrating, Duke Bane. His choice. Should I merely industry or... Соник притягивает. Третьего острова мега замышленный, потому что третий остров говно. Да, третий остров был говно, я согласен. В Evil Dead анонсировали режим королевской битвы. Да, это я тоже сегодня уже в чате написали. Короче, все эти башни, все эти кристаллы притягивал к любому этот Эггман. Ну ладно, можно и так. А, окей, можно было попрыгать. Блин, нет, а я как я сейчас отсюда выбираться буду? No! Как выбраться из кратера? Это же кратер. Неужели обратно забираться? Эггман, древние существа здесь долго до Эггмана. Блин. А, ну да, точно. Не надо брать. Это как куда, в смысле? А, вон там стены какие-то. Наверное, они меня научат. Наверное, они меня выведут. А, они прогрузились просто, я понял. Блин, чел, как же ты достал? Супер скилловыми мувами его пробил. Не надо меня булить. Я же играю. Что вы еще от меня хотите? Будете булить, пойду рогалик играть. Глядишь на безрыбье. Ну, погалить. Даже разрабы не знают War Sonic. Тебя нарисовали конструкции каких-то. Я нажал. Легкая штука в итоге. Тремя прыжками ломается. Так, почему я иду вниз? Я хочу наоборот вверх, хотя я вижу, он у меня шорткат открылся. Минсникс, что это за Мрюд Хаус? Это я... Да, это я понял. Ну и черпать из них силы для каких-то своих целей, но не знает их происхождения. В этой игре объясняется, что древние, живя на другой планете, пользовались изумрудами как источником энергии, потом на них напала какая-то фигня, уничтожив их планету, стал преследовать. Они спасли изумруды, и они же притянулись к мастеру изумруда на земле. Древние в итоге обосновались. Воу. Чё они на земле забыли?
Так, похоже, что это финалочка. Я сейчас не попаду. Фух, попал. Так, я же только одну анимацию пропустил, да? Киберпространство. Свои ролики. Я как будто в Форспокен играю. И ты вроде, да, кроссовер с покемонами. Две остались, блин, я думал, я уже это. Я-то думал, я уже мастер и все закрыл, ну, типа хотя бы одна осталась. Вся топ-то звучит как дофига. Так, что в этой башне нас ждет? Понял. Стенки для поднимания наверх. Не очень удобные, кстати. Да ведь... И стенки для бегания в бок. Абсолютно отвратительно неудобные. Так и знал, что перелечу. Так и знал. Так я и знал. Жесть. А, стоп. Стоп, я увидел шорткат вроде бы. Слава богу, он открылся. Это не очень рано. Я бы так сказал.
Я же не умею в эти кольца льется. Давай уже на самый верх, пожалуйста. Я, пожалуй, не буду нажимать никакие шифты. Если меня об этом не просят. Есть. Хорошо. Фух. Самый первый наш босс, да? Chaos Gem Giant Garkin Quine Debut, Hurentai. Indo Blue, Dwing Threaked by Chaos. Toru Zain Schweistem. Смотрели фильм про Соник, а это первый. Минга Джуэ. Смотрел. И то, в основном ради Джим Керри. Джима Керри, конечно же, не ради самого Соника. А, да, не будет никаких понятий. Последняя башня. Кроме Аполлы, спасибо за 12 месяцев. Второй, кстати, гораздо лучше. Потому что в первом они там раскрывали самого Соника, раскрывали персонажи, их там дружба, ну и все такое. Так что в целом вполне может быть. Кроме Пай, спасибо за поддержку. Люблю в чатик. Спасибо за сад. Изумруд хаоса появляется. На, классный тейлс. Ага. Короче, битв шикарных есть. Стоит второй посмотреть. Может быть, как-нибудь... Сломал камушки. Жесть, мне 7 колец не хватает для постоянного ускорения. Может, надо их выкопать было. Ну как бы. Типа, че как лох. Блин, ну, короче, для усиления ускорения. Камера, я уже был готов сам другую кнопку нажимать. Вот и все мои кольца, до свидания. В смысле, а что мне с этим делать? Что, прыгнуть на нее и висеть? Просто прыгнуть на нее и висеть. Инерция не убила.
Да. Ладно. Что такое инерция, когда есть? Опасный лазер. Нет. Окей. Да хватит, ну перестань, ну я не запомню сразу, что ты тут есть. Мне еще 10 попыток. Вообще, на самом деле, проблема в том, что я без понятия... Что, мне ждать просто? Ясно. Ва-а-а. Не вовремя он, конечно, этот. Учил. В основном. В принципе, я пытаюсь. Что там с бета-тестом Хонки? Уже отобрали участников, но я не слышал, чтобы кто-то говорил о том, что им уже там приходили какие-то доступы, так что, наверное, нет. Уже был уверен, что это конец башни. Да, это конец башни. Try great fish, mushroom lane. Why will beauty?
Почему-то с Соником мне всегда не везет, и меня всегда отвлекают по поводу, ну, короче, арендодатель. Что тогда было, что сейчас мне скидывают, короче, этот оплату счета на за свет, короче, то, что надо оплатить. И я такой, как мне сейчас это сделать? Где? Куда? Проклятие, Соник, вот серьезно. Сейчас, минуту, у меня... Надо перевести. Соник, no! What happened to him? He took on so much cyber energy, it corrupted him. Oh no, все, так, сюжет, я не отвлекаюсь. He's stuck between realities. My only regret is you denied me the pleasure of finishing you off, rodent. We must get you back into cyberspace, immediately. I just got out! That was the whole point! I ran millions of simulations. The only way I can keep you alive is if you're not here when it gets out. When what gets out? Since time immemorial, I have languished here. The locks are broken. Now I shall tear down the walls between dimensions and consume all. No, no, you don't. I'll mobilize the egg fleet and blow you out of the sky. It won't be enough. It triumphed over the ancients' technology. My simulations show a success rate of 0%. No. Sonic worked too hard for us to give up now. Those visions we saw. Drive back the corruption and bring him back. Anything for Sonic. Или за всех троих? Или нет? Sonic, I want you to see the hero I become. Sonic! You still have love to share with this world too. Sonic. Это она так подкатывает к нему. Попытаем сила дружбы. Everyone. Thank you. I won't let you down. Oh, good. He's back. This is our chance. I never simulated a scenario where Sonic helped, since you never authorized it. I still don't want to! Please. Yeah. Sonic... Да, вот тут лежит. This is not an alliance. If that's how you want to spin it, Dr. Ego Man. Sage, you will help me find the Chaos Emeralds. Sonic won't be fast enough. Hey, wow. As you command. Питовый кибер. Им друзья вернулись на свои места, забрав у него киберскольжение. Короче, все, что мы делали на первых трех островах, было зря, я правильно понял? Кек. Так. Пройти портал и получить ключ. Вот это последний остров, да, я так понимаю. Ладно, башни закрыли. Сейчас дайте мне буквально минутку, я не знаю.
Например, нужен VTube-аватар вместо стула. Может быть, стул и есть VTube-аватар, откуда вы знаете? Так, ну поехали, да? Значит, здесь нужны ключи, здесь нужны... Пройти портал и получить ключ. Опа, это что такое? Я такое не помню. По ним по всем надо пропрыгать или не обязательно? Наверное, надо. Не упав. Да, не упав. А, зачем я... А, карту открыть. Точно, один из трех ключей. Что, порталы теперь в итоге чисто в этих, что ли? То есть здесь же нету наших друзей, которым надо помочь, наверное, да? Значит, портал... Изумруды чисто в порталах? Где они тут спрятаны? Собирать... Нет, памятные предметы сердец, чтобы поговорить с Сейдж. Нет, механ тот же. Понял, найти на острове во время рыбалки и приговор в палец. Это рыбалковая? Для доступа нужна одна, а у меня еще нет шестеренок. Шестеренки, шестеренки. Понял. Окей, поехали. Или поехали. Новые враги. Жесть. Ну я вам сейчас такую уже... Ой, да ладно, две штуки еще летать будет. Ну, сейдж так сейдж, ладненько. Собираем ее сердечки. Сфера. Так, а где я? Как я должен... Камера. Пожалуйста. Чисто по звуку, разве что, ладно. Ничего не выкопать. Ладно. Да, блин, долбанные штуки, которые ведут. Yeah.
А что, у меня не работает? Ну, вправо. Ну, просто ЭКМ. Блин, ни одной шестеренки еще не нашел. Что? Сердежки. Так, а что у меня карта никуда не ведет? Потому что надо что собрать? Надо, ну, нужны ключи, да? Квеста нет никакого. Как тебе мышь, которая? Ретрополис? Или это где? Блин, я же это уже прошел. А, как всегда, бегаю по кругу. Почему? Все потому, что у меня нету этого. Опа, скилл. Мне не хватило. Да, прыгни ты уже. Окей. Так, вот это я... Вроде бы пытался пройти, но в итоге немного не туда ведет, куда я хотел. Опять говорю, по кругу бегаю просто. На этих островах. Навигатор, давай, да, иди. Что? Сколько тебе нужно? Ты пришел слишком рано. Возвращайся, когда будешь готов. С них выпадет. Блин, что они долго умирают. Ой, еще и в щитах сидят. Ау. Его убивать, хотя с вас может быть и выпадет штука. That thing is huge. Looks important. Ну, это важно, значит. Да. Это не так-то просто. Допустим. Я не знаю, мне кажется, мы сюда рановато пришли еще или что? Как бы ничего нет. Вот штуку я... Надеюсь, она сдохнет. Если по ней попрыгать. Да, и шестеренок с нее тоже не выпадет.
Ну, я так и знал. Это было очевидно. В смысле, как я... По-моему, это просто шорткат между островами. Нет, это вообще может быть шорткатом, если оно проходит. Нет, это просто еще одно сердечко. Игра, куда ты от меня хочешь? Скажи мне, пожалуйста. Что? Что мне делать? Looks important. Ну пойдем туда, на локацию, которая looks important для Соника. It's huge. Может быть, под ней что-то есть. Стоп. А, точно, кнопка же есть какая-то, чтобы по кольцам летать. C, Z или что-то такое. О, куча сердец насыпала. Здесь что-то надо перепрыгивать. Сфейлил. Ладно, окей, сойдет. Сейчас я разберусь с водой.
Ладно. Ртуть. Я ртуть, но я не понимаю, что мне делать. Все еще. Ну, какая-то гигантская дверь. Которую я тоже не могу открыть. Я понял, спасибо. Я, кстати, вообще забыл, для чего ключи-то нужны. А, ключи нужны как раз, чтобы открывать изумруды. А ключи находятся в этих, за шестеренки. Сейчас надо разобраться с оплатой. Что мне стало? Наверное, надо было посмотреть обучение, хотя я, судя по всему, понял, что здесь надо. Собрать синие шары на этого жучка. Потом его избивать атаками. Какими-нибудь обычными, наверное. Не знаю. Сейчас я кольца полутаю себе хотя бы чуть-чуть. Жучок. Перевернулся. Эти божечки. Эй, первая шестеренка, ура, это нам надо. Хорошо. Ненавижу WhatsApp, уже неудобный. Mm-hmm.
Мне нравится сидеть на стриме и разбираться с оплатой за аренду. Это я очень весело. Не хочу я с тобой драться. Я пришел сюда штуки зарабатывать. Это что? Это штуки. Во, одна это нужна. Пойдем за ключами. Требуется 27. У меня уже 37, но она еще не готова. Понятно. Я у тебя. Обычный арендодатель. Так вот он и заплатил. Ну, у нас как? У нас мы платим за электричество, за кондиционер. А, вот, они платят там Айдат, это, короче, местное обслуживание дома, с воду, вот, и что-то еще. Да. Что? Не знаю. Что, можно, да? Можно мне кольца пособирать? Можно мне поиграть? Evil Dead вели королевскую битву. Неужели кто-то в это будет играть? Типа... Те, кто успели забрать ее за бесплатно... Кстати, да, те, кто успели забрать ее за бесплатно, может быть... Я что-то слышал, но это же такой кринж. Ох, эти скоростные как проходить, я... Я не помню. Надо собрать достаточное количество красных штук. Это первое? Это первое. Да ты... Можешь, пожалуйста, прыгнуть.
Конечно же, он спрыгнет. Да, не надо. Иди уж. Еще и телефон разряжается. Пройти там заново. Возможно, здесь, кстати, наоборот, надо чуть позже падать. А, где я? И что я делаю? Что я такое? Еще вот эти штуки, а тут еще шипы, оказывается. Я уже одну пропустила, я даже не представляю, где. Нельзя просто запрыгнуть, да? Я понял, надо вот эту штуку. Или не надо эту штуку. Боже, какой ужасный уровень. Ладно, хорошо. Это последний. Последнее останется перепройти всего лишь разочек и найти где-то вторую. Ага. Ладно. Да, я ничего другого и не ожидал достичь цели. Так, сколько? 1.40? Это, кстати, не очень долго. Это не настолько сложно, я думаю, это пойду. Вопрос в том, где найти второе кольцо, потому что его я не увидел. Вообще. Вот это вот, блин, может это медленно? Вот вообще не увидел. Типа он где-то по дороге должен быть. Может быть вот тут вот. А, вон. Нет, да, стой. Понял, справа надо ускориться.
Слушайте. Даже почему я всегда отсюда падаю-то? Дурацкое кольцо, какая жесть. Вот чего, ты не можешь... А, тут шипы, вот почему я... Какая кнопка? Z, C... Z, все, отлично, я нашел эту кнопку. Осталось только за спидрани эти кольца собрать. Я думаю, я все еще могу успеть. Ну, уже, наверное, не собрав кольца, ну... А может уже и вообще не успеть. 1.40 там было. Все из-за этого дурацкого кольца, которое... Ой, еще вот это место отвратительное. Финал-то близко, походу. По-моему, здесь пару челиков убить. Сейчас он мне звонит. Короче, чат, пойду вместо Соника разбираться с оплатой, которую нам надо произвести. И вообще уже поздно. В общем, завтра с вами продолжим. Завтра не продолжим, завтра у нас резик будет. Вот. Привет, Зера. Короче, завтра у нас будет резик, заказанный Мерсером 4, старый 2005 года, перед релизом ремейка 4 резика, который произойдет в марте. Вот, пока завтра есть время, потому что во вторник уже Хогвартс выходит, там февральские, короче, новинки всякие, Ханкай, Стар Рейл и прочие штуки начнут потихоньку выходить. Вот он наконец-то мне показывает, куда бежать в Сонике.